Привет, друзья, всем на канале Сельчанка в Америке. Хочу вам показать одну такую вещичку. Я думаю, что она уже везде есть, и ею везде уже пользуются те, кто ремонтирует всякие машины, трактора там. Это очень нужная вещь даже по хозяйству. Хочу показать вам. Наташа купила сегодня, привезла мне подарок такой. На 4 тонны, то есть силы здесь 4 тонны может давить. Та-дам! Так, может, плохо. Вот так. В общем, такой гидравлический такой цилиндр. Есть они разной мощности. Вот. Сама помпа, или как ее назвать, она здесь. Сейчас я переключу. Вот сама эта ручка, которая накачивает. Сюда надо залить масло. Вот, наверное, вот она сюда и заливать. Тут есть два таких варианта. Вот есть вот такая лапа, которая, если вдруг что-то, какой-то металл сплюснутый, даже если не металл, ты просто его вставляешь сюда, подсоединяешь, и потом оно раскрывает. Видите, вот такая. Ему главное вот так залезть, по чуть-чуть, и оно вам выровняет все, что вам надо. Такая как бы рука. Оно раздвигает металл или то, что вам надо раздвинуть. Плескалось там что-то. Потом. Сейчас покажу, друзья. Вот. Здесь. Видите, сколько. То есть, ты можешь. Покажу главный цилиндр. Вот он, главный цилиндр. Вот эта штука соединяется с этой. Накручивается. Все тут закрыто, смазано. И ты уже сюда поворачиваешь, какая тебе надо длина. Видите, вставляется сюда. Новенькая еще кольца. Оп. Например, на эту сторону. Наставочки всякие, видите,
этой стороны ты можешь сделать лапку такую, чтобы тебе мятины не делала. Ну, надо, конечно, и доски подставлять, и все. Вот. Вот это идет с этой стороны. Лапку с этой стороны. Видите? Все. И сам цилиндр, он высовывается, вылазит и выдавливает. Что вам надо, куда вам надо. Видите, сколько их есть. Удлинители специальные. Вон, вот еще один есть. То есть... Ты можешь достать не очень далеко. Всякие проемы тоненькие такие. Вот видите, еще одна. Это тоже для поверхности какой-то. Это резиновая штучка. Такое приспособление. Всякие приспособления. Так что оно вещь нужная. Вот удар, например, машине в дверку. Стойка или там еще что-то. Да все, все можно. Так вот. Это, в общем, как домкрат. Ты ставишь и можешь поднимать 4 тонны. А есть 10 тонн. 4 тонны это 8000 паунтов. Вот так. Вот такая штучка. Классная штуковина. Стоит оно. А что интересно, что тут... А, вот он. Показывает, что тут датчик есть. А я смотрю, упс, полетело колечко. Колечко, колечко, кольцо. Вот он, датчик даже есть. Вау. Ничего себе. Первый раз такое вижу. А он это... Там в середине как масло или что. Смотрите. Видите? Ну, потому что он показывает давление масла. Но все равно я первый раз вижу такое. Ага, я вижу там. Его надо будет вкручивать туда. Это резьба здесь. Вот так. Вот такая штука. Так, она мне пригодится. С Марикиной машиной. Вот такие. Вот сюда оно вкручивается. Ну, мы почитаем эту газетку. Написали. Вот так, чтобы вам было видно. Такая штука. Так что очень классная. Очень удобная. И всегда, если она под рукой есть, это вообще круто. Вот мне надо было даже вот эта штука, когда Давидову машину я ремонтировал. Но я пользовался дедовским методом. Ну а вот это классно было, да. Так что, четко. Стоит оно что-то, даже 200 баксов оно не стоит. Недорогое оно. Так что вот так. Всем, друзья, спасибо за просмотр и всем пока. Датчик. Хочу показать вам, что ты, кто скажете, что ж ты рассказал, а не показал. Это наша пятка. Упираем ее. А это будет выдавливать нам. Смотрите. Вот. Вот так вот, чтобы было видно. Все, здесь я закручиваю. И начинаю помпа качать.
нагрузки никакой, поэтому оно не показывает, что здесь что-то какая-то там. Видите, а так давишь, 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 так давишь. 4 тонны, друзья. Вот видите, насколько может выходить. Потом, чтобы его запихнуть назад, откручиваете вот этот. И оно само, смотрите, бабах. Все, масло его потянуло. Но мне кажется, надо его еще долить туда. Все. Видите, вот так. И опять закручиваешь. Раз, закрутил. И если уже ты расстояние уже больше, пошел, подлаживаешь дальше. Или досочки, или вот эти трубочки всякие. Вот так оно работало. А это лапа. Сейчас я посмотрю. Затянул его. Как будто навсегда уже. Масло будет разливаться минимальное количество, потому что оно так сделано. Там же сальники стоят, всякие резиночки. Это мы сейчас откручиваем. Пластмассовая штучка, чтобы не засоряло, друзья, туда. Все стоит. Оп. Все. Теперь мы вот эту штуку берем сюда. Вставляем. Опа. И закручиваем. Надо прижать. Вот так. Вот так. Какая-то резина, что кусочек, не хотела идти. Так. Подтягну. Вот вам лапа. Попробуем. Рука. Знаете, у пожарников есть такие щипцы, такие, что перекушивают стойки, чтобы доставать людей. Крышу отрезают. И вот такие есть тоже. Мы посмотрим. Работает. Видите? Все. Рот открылся. Как у гуся. Вот. И вот это. Но тут не 4 тонны. Тут 1-2 тонны. И так само откручиваете. Раз. Вот так. Вот такие всякие штуки. Все по ходу дела, когда ты занимаешься, делаешь, вот тебе все нужно. Так что вот так. Вот такой агрегат. Все, друзья, пока. Еще раз.